Итак, что вы сейчас чувствуете? Что ж, не знаю, с чего начать. Во мне всегда жили демоны, поэтому я уехал. Привет, Джимбо! Здравствуйте, мистер Линдси. Но временами мое желание становится трудно контролировать. Эй, полегче. А в чем проблема? У меня есть пунктик насчет крови. Каждый день в этом мире я притворяюсь. С мыслью, что если кто-то узнает правду, все кончено. Главное быть как все.